Доброе утро, да? Скажи, доброе утро, Фася. Всех пришли провожать? Ребята, пока. Вы гляньте, все в полосочку. Папа рубашка в полосочку, а мама это. А дети шапки. А мама волосы. А ты куда собрался, сыне? Ложи обувь, пошли кушать кашу, пошли. Вы не думайте, это папа Дулю мне показал за то, что я балую детей по утрам. Все, мальчик уже сел завтракать, да? Овсянку. Вкусно, сына? Наклоняйся над тарелочкой, Афоня. И смотрит семеро козлят. Афонька просит дуть ему пузырики. Иди, будем сейчас дуть. Нет, мама садится, а ты будешь дуть, да? Ой, давай, все, откручиваем, дуть. Будем дуть? Да? Ой, ты их тут взболтал. Их же нельзя взбалтывать. Не дуются. Никак. Афоня их просто тут поболтал вообще. Ой. Болтал. Никак ты их. Зачем ты их болтал? Ну как не дуются? А кто будет их бахать? О, полетел один, смотри. Бахаю. Их тут уже мало, да? Ну, хочешь, надо посмотреть, мало. Так, ну что, у нас уже 9 часов. Мы с Афанасием, как всегда, уже тут побесились, пузыри попускали. Главное заправить кровати, все наши три, диваны, кресла. В общем, все это сделали. Вот. И сейчас я буду готовить уже обед. Я вчера еще, уже после того, как выставила видео, на ночь замешала эти куриные рубленые отбивные. Значит, здесь 2 яйца, куриная грудка, 2 столовые ложки муки, 2 столовые ложки крахмала, соль, перец и лук. В общем, еще и майонеза. Сколько было, в общем, все это на глаз. Сейчас будем жарить. Что тут за помощник ко мне приехал, а? Это что за помощник? Чемодана. Давай я застегну, давай. Все, человек собрался и поехал, да, сын? Маши пока. Маши пока-пока. Пока, ты поехал, сынок. Так, а я вот жарю наши рубленые котлетки куриные. И хочу сейчас картошечку на пюре еще почистить. Афонечка, танцуй. Как ты танцуешь, сынок? Ему так нравятся танцы, да, сын? Афуась, ты будешь танцевать? Захвастался. Кто достал пылесос? А? Вкусные, да, мама, грибочки? Кто достал пылесос? Скажите, пожалуйста. Кто будет пылесосить?
поехали с Афонькой. Как всегда, с яблоками. Я и Афоня находили себе яблоки. Теперь едем на прогулку. У нас вчера был дождик. Сегодня тоже тучки. Ну, вроде бы что-то там должно выйти солнышко. Но неизвестно. Афоня, будем бабуле помогать? Да? Только будем мешать? Лучше не мешать бабуле, Афонь. Мой бабуля тут... Привет, родной. Дай бабушке яблоко укусить. Дай яблоко укусить, попробую хоть. Вкусная что-то. Бабуля. Ну, на. Пошли, Афоня. Еще один мешочек мелкий достану, чтобы... Афосенька, пошли. Сейчас уже дедушка домой поедет. Там морковка. Пошли. Пойдем? Домой упадет. Не, ну у них там ничего нет. Чего ты схватился, сынок? Ты будешь помогать дедушке нести? А ты на велосипедик садись. Ты думал, что ты дедушке на плечо? Опа, вот. Все, дедушка пошел. Афоня выезжать, да, сына? Да, с дедом? Яблоко к себе прижал. Ой, дедушка стекло помыл. Да? Угу. Пока, сына. Пока. Что ты делаешь, Афоня? Не можешь застегнуться? Давай мама застегнет, давай. Ты сам. Афонька. Афонька. Все, поехали. Тетя Вера, глянь, ноготочки. А кто же их тебе накрасил? Красные. Мама, а я мама твоя. Мама? Зоя? Нет, это мама твоя. Да, где моя мама? А кто там кажется? А где тетя Верина мама? Покажи. Нет, это тетя. А где тетя Верина мама? Покажи. Бабуля, да? Бабуля. А где бабуля? Чешет спинку, Маргоша. Кусовка чешется, она наелась шоколада, да? Вчера объелась, чем ела? Клубнику. Где ты брала? Афоня, мы покушали, а он куда-то пропал. А он здесь, мой мальчик. А мама уже испугалась, что тут тишина. Ты что там делал? Хотел там что-то подключать? А там не работает же DVD, сынок. Пошли ложиться, Афонечка. Пойдем ложиться? Пойдем, мамой. Пошли? Пошли ложиться. Пошли, котик. Пошли. Пошли? Сынулечка. Пошли. Мы сейчас пообедали. Вообще очень вкусняшные были рубленые котлеты куриные, не сухие, потому что я их на целую ночь оставляла. И там курица, она помимо того, что и так быстренько готовится, а то с луком она очень вкусная получилась. И не сухая, в общем, обалденная. Потому что, мне кажется, из грудки даже обычные котлеты обычно немножечко... Обычные котлеты обычно немножечко суховаты. Вот, конечно, простите за... каламбур, но это так, с грудки. А вот рубленые очень вкусные. Вкусные котлеты, расскажи. Скажи, ты кушал? Кушал котлетки, да? Да, Афоня любит тоже мясо, да? И суп любит, и мясо. Скажи, сына, ты любишь мясо? Нет? Или да? Скажи, да. Ну, скажи «да». Или ты говоришь «нет». Нет? Что это, кубик? Пошли спать, пойдем ложиться. Пошли. Пошли, 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 пошли. Скорей, скорей, скорей. Пошли, сынок. Афонька. Афоня, побежали. К
кто первый ляжет с мамой? Нет, ты на свою кроватку пойдешь? Хочешь упасть? Кто там лезет? Нет, ты иди с маминой стороны. Куда ты полез? Как я тебя там буду доставать? Ты сам залазишь? Давай ложиться. Ну, скорее иди. Скорее, скорее. Залазь. Ну что, я проснулась. Представляете, уже 3:30. Вообще кошмар. Надо сейчас растопить, потому что мы еще не топили, а окна-то открывали. Поэтому у нас не то чтобы прохладно, то есть в свитере нормально, но я люблю, когда жара. Вот, сижу, не, не любит жару, а я люблю. Вот Афонька еще спит, но думаю, вон он уже тоже просыпается, услышал, что я встала. Плеснулся, мальчик. Плеснулся, зайчик. Иди до мамы, иди скорей. Скорей, скорее. Скорей. Ты что там нашел? Положи, это от ингалятора положи. Вот умничек, мама. Лучше доставай овечку, будем делать. Бе. Вот эту вот доставай. Будем делать. Бе. Доставай. Одевать на ручку иди. Сейчас оденет мама. Будем с тобой разговаривать. Давай. На. Привет, Афонька. Ты такой улыбун. Привет. Я овечка Долли. Давай поцелую тебя, да? Нет, ты бояка. Привет. Афоня, Афонь, а ты где? А ты уже проснулся? Дай тебя за ушко. Ам-ам-ам, сейчас съем тебя за ушко. Ам, и съем тебя. Ты меня не боишься, Афонька? Боишься? А ты меня не бойся, я хорошая. Я хорошая. Так, пока мы спали, мамуля нам тут кролика привезла. Будем завтра его готовить. Вышли мы с Афонькой на улицу. Пооткрывали окна, как всегда. А тут уже темнеет у нас. Уже достаточно темно. Тучи вообще. Сегодня солнышко даже не выходило к нам. Не показывалось. Афоня, он пошел даже... Вон там небо только какое-то светленькое. А так все в тучах. Серу-серу. Лисики какие красивые на смороде. Женева, как всегда, Соньку ревнует. Да? Соньку ревнует? Да. Ну как там в садике-то? Мама. Рассказывай. Все хорошо? У меня сегодня пчелка по убиранию. Это что такое? Убирал что? Игрушки? Нас оставили просто убирать столы, а мы еще и убрались. Да? Да. Так, а ты с кем оставался? С Илюшей, Макиной. Мне сказали, сама мы выбрали. Пап! Сынок, кто тебе неправильно одел кофту? Я! А я говорился потихоньку. Мам! Я хотела вот так. Я тихо говорила так. Скажи. Пюре еще есть. Афонечка, вот твоя ложечка, сынок. Бери вот ложечку. Нет, тебе вилочка еще рановато. Бери ложечку, сынок. Нет? Тогда вставай, выходи. Ты пойдешь гулять? Ты покушал? Мама, хочу эту вилку. Вилочку? Вилочку. Вкусно? Так, я наконец-то сейчас тут разобрала всю нашу горку счастья. Сейчас носки еще осталось перебрать. Афосенька. Ну как? Афоня! Так, один большой порционный кусочек. Да. Афонечка, ты уже утепляешься? Ты куда собрался? Антуша, иди гуляй. Афонь, что такое? Афоня, а что такое? Ты почтальон печки? Ты кот в сапогах? Да. Да? Ты кот в сапогах? Куда? И я кот в сапогах. Да. Опять перегорела. Наверное, перегорела, да? Я кусок
котику в сапогах. А это кто такой? Он не кот в сапогах. Да, он кот без сапог? Да. Кот в сапогах! Решилочка, а ты что там делаешь, сынок? Люблю ляльку скатерть. Ты скатерть? Не, ну там как такое дерево, и тут сердечко простреленное стрелой. Да? Да. Всякое такое. Могу бублик сделать. Это у тебя, как ты сказал, пекарня, хлебопечка? Ну, пекарня, хлебопечка, обои-отделочка. Обои-отделочка? Да, делаю обои. Здорово. Мне надо пластилин. Пластилин? А где твой пластилин? Я у тебя там ложила на досточке. Он его было. Ну иди ищи. Когда я слеплю, я тебя позову камерой. Хорошо, с камерой? Да. Так. Антош, ты брал такое в карете? Ничего не брал. А что он там тогда взял, мама? Антош, что ты взял? Покажи, Гриш. Нож. Нож? Покажи. У него золотый. А, ты ножик брал? Желтенький. Да, он за уголисок. Угу. Вон, а ему что я резала. Ну, выкини, собери, выкини. Антош, ты слышишь, мама? Убери мусор, пожалуйста. Сейчас. Трусь. Так, кролика. Степа кролика. Да, мама привезла. Мы сейчас будем запекать Сержине тыкву. В общем, это тыква порезанная. Сержине сам ее порезал. Вот так, как арбузик. С изюмом, присыпанная сахаром и сливочным маслом. Посмотрим, что из этого получится. Ставим в духовку. Так, я сейчас замариновала кролика. В общем, как обычный шашлык, соль, перец, лук, немножко уксуса яблочного. Так, ну что, тыква уже готова. Получилось. Не знаю, насколько вкусная, сейчас остынет, мы ее попробуем. Мама, ты яйца. Зачем? Вы тут смотрите танцы? Это очень хорошо. Мы тоже очень радуемся на то, что ты песни хорошо выступишь. Правда, эти коллеги? Это голос родителей. Почему ты ведешь так? Потому что мы разумеем, что ты целый рик готовился. Так, кто лежа ест? А ну-ка встаем. Нет, мы не лежим, встаем. Встаем. Ты не хочешь гулять. Мама педагог, папа бизнесмен. Ликет на миллионы. А мы тут кушаем тыкву, да, сына? Афань, ты будешь тыкву? Папа сказал вкусно, но не сладко. Мне кажется, сметану с сахаром, если взбить, то будет вкусно. Я уже три раза, еще два раза. Иди, мама, да, сиди. Четыре. Пять. Не знаю, маку не нравится. Так, ну что, ребята, давайте скажем всем пока. Всем пока, я буду учиться. А я буду отчим учиться, смотрите. Карате называется. А я отвечу тому. Это называется петушиные бои. Все, буду заниматься. Так, ребята. Спокойной ночи.